начала встречи. Вот. Белые пытаются делать атаку в партере. Дело в том, что, может, я повторюсь, спортсмен утушается от восьмерки, и вот это решающая встреча, то есть ни один из них, этих спортсменов, ну, боятся рисковать, так как если кто-то из них проиграет, то они, ну, для них соревнования сегодня закончатся. Естественно, может, и правильно, что какая разница, как вы, может, минимально. Главное попасть в восьмерку и потом спокойно уже продолжать, да, бороться за медали. Поэтому они, вот, спортсмены осторожничают, не раскрываются в полном объеме. Борются, опасаясь того, что ни одно неправильное движение могут на контратаке попасться, чему мы были свидетелями вот в предыдущих встречах, вот некоторых, проигрывая в конце, спортсмен делал движение, получает высшую оценку и выходит в следующий этап. Так, ой, молодец, Лаврентьев сделал очень хорошую атаку, Назари заработал оценку в Азаре, и я думаю, что с его-то опытом пол встречи, ну, можно. Он, хотя времени очень много, 2.5 минуты, да, это мы уже видели, да, да, мы это видели в предыдущих встречах, что творилось. Но может и так, может, он еще одну в Азаре сделает в игре встречи, может, его соперник бросит его на Япон. Тут поэтому ни на секунду нельзя, не даже секунду даже. Снимает руку верхнего захвата и контролирует. В этом плане он очень быстрый. Ну, Лаврентьев скоростной, у него скорость побольше. Вот. Не вязнет захвата, двигается. Не дает спортсмену загружать его. Так надо. Делает атаку белый. Синий перехватывает, тоже делает так. Подготовки, конечно, была атака. Ну, осталось уже 10 минут до конца встречи. Потому что Лаврентьев должен грамотно довести эту встречу до конца, довести все до ума. Ну, вот ему дают замечание за срыв захвата. Да. Или нет, ему сделали просто устное предупреждение. Потому что на табло висит оценка только в Азаре. Вот. Thank you.
еще одна попытка Аюбова сделать бросок, но она не приносит никаких результатов. Лаврентьев все контролирует, все четко опережает. Ну тут вот повесили замечание ему. Не устное было. А сейчас получает наказание за фальш-атаку, за ложную атаку. Прыгает на колени. Попытка сейчас у него грамотная. Он хотел перевести в Неваза. И остается 12 секунд до конца встречи. Я думаю, что ничего же не изменится. Хотя... Все. Эту встречу выиграл Лаврентьев и вышел тоже в восьмерку. И следующая встреча у нас будет последняя за выход в восьмерку. Будут бороться представители